Уже в этом месяце в Твери объявят новые конкурсы для перевозчиков, которые с 2020 года будут возить пассажиров в Твери и Калининском районе в рамках новой модели перевозок. В правительстве Тверской области продолжается обсуждение реформирования отрасли. Власти региона заявили, что существующие маршруты будут сохранены. Кроме того, дополнительным транспортом обеспечат 6 населенных пунктов в Калининском районе. С внедрением новой модели автобусы смогут привозить до 18 тысяч человек в час. Всего предусмотрена работа более 470 единиц транспорта. Все автобусы будут лицензированы и унифицированы. Разработан корпоративный стандарт. Интервалы движения транспортных средств в центре города будут составлять в среднем от 2 до 4 минут. В отдаленных районах от 5 до 15 минут. За отклонение от расписания нарушители будут штрафовать.